Вже понад тиждень, як я переніс свою ставку до Дніпропетровська, щоб посилити цей форпост української державності. Фактично, ми здійснили мрію мільйонів українців. І бандерівська армія нарешті перейшла Дніпро. Це наш плацдарм, і саме звідси почнеться звільнення Донбасу, а в перспективі і Криму. Заявляю, що правий сектор віднині бере під свій захист населення Донбасу і гарантує його вільний і всебічний розвиток. І бандерівська армія нарешті перейшла Дніпро. Це наш плацдарм, і саме звідси почнеться звільнення Донбасу, а в перспективі і Криму. Я понимаю пропаганду російського телевидения, я все понимаю, да? Но люди встревожены. Сайка, можно я правильно понял? Ты украинский, наверное, понимаешь лучше меня. Я правильно понял, что Ярош сказал следующее, что батальоны бандеровцев будут вас теперь там спасать от москалей. Ну, примерно это он сказал. Примерно, да? Ну, он сказал, что силы перешли Днепр. Какие что... силы? Патриотические. Я, как человек, все-таки, к сожалению, видящий путинскую пропаганду, могу сказать, что вот это заявление Яроша, оно 100% укладывается, просто на 1000% оно укладывается в концепцию Киселева, всей этой мрази, которая там у Путина промывает мозги. Могу сказать, что вот это заявление Яроша, оно 100% укладывается, просто на 1000% оно укладывается в концепцию Киселева, всей этой мрази, которая там у Путина промывает мозги. И работает это, может быть, он и патриот, я не знаю, но работает это только на Путина. Вот то, что он исполнил сейчас. Это работает против Украины. 100%. Вот подождите, вы можете, там сейчас они сейчас все будут встречать правый сектор там и так далее. Еще раз, это работает, 100%. Я как человек, который люблю Украину, могу сказать, это работает против Украины. Им ведь что говорили про Крым? Про Крым говорили, бандеровцы там бегают. Причиняет русский народ. И поэтому мы пошли русский народ спасать. Ложь от начала до конца. Правильно? И вдруг на тебе доказательства. Так оно и есть. Да, до Крыма не добежали. А до Донбасса с Луганском добегут. Дальше. Нужно создать межжурналистский такой комитет. Это очень важно. По борьбе с информационной войной. Да, это просто должен быть комитет по борьбе с войной. Понимаете? За информационный мир. Антипропаганда. Да. Вы знаете, я, наверное, единственная среди присутствующих здесь, которая родилась в семье переживших катастрофу. Когда мой тесть, который умер буквально месяц тому назад, в 95 лет, и его грудь была увешана медалями, так как он дошел до Берлина и был ранен в Берлине. Когда он вернулся в Западную Украину, в Луцк, 96 членов его семьи не были в живых. Бандеровцы расстреляли всех. 96 членов его семьи не были в живых. Бандеровцы расстреляли всех. Бандеровцы расстреляли всех. То есть с этой травмой этот ветеран войны жил всю свою оставшуюся жизнь. Сейчас Порошенко принял закон, по которому днем украинской армии является день создания украинской повстанческой армии. Память Бандеры и Шухевича, память двух губители рода человеческого, которые по локоть в крови еврейской, русской, белорусской, польской. А весь мир делает вид, что все нормально, цивилизованная пришла власть, можно разговаривать.